Так, всем привет, небольшой видеообзор. Нашили шубки с рысью, с куницей, расцветки изумруда зеленые, паркет, капюшон с рысью. Длина 110 сантиметров, то есть это чуть даже ниже, чем за, ну, примерно до конца икры где-то, до конца. Цвет есть темно-зеленый, такой более благородный, более классический. Так, отшиты шубы в орехи с английским воротником. Длина 100 сантиметров, пастель под пояс. С воротником стойкой. Вот зеленая с английским воротником шубка. Так, сейчас мы посмотрим еще. Так, темно-зеленая расцветка с куницей. Такое вот пальто меховое. Цвет пастель, накладной карман, длина 110 сантиметров, под пояс. Приятная расцветка, такая классическая, не сильно брусская. И такой вот фасон есть еще в классическом исполнении, коричневый цвет. Коричневый тоже, английский воротник, все. Так, здесь у нас появились вот такие фасоны, английские воротники, темно-зеленый цвет, изумруд. Вот более поярче цвет, зеленый тоже, с английским воротником. Это классические графитовые шубы. Посмотрим. Тоже под пояс с капюшоном. И вот такие новинки еще появились. Посмотрите, вообще первый раз вижу. Это шуба норковая с капюшоном. Такой бомбер. Манжет оригинальный. Шубка. Вот. И вот такая вот еще шуба. Это с воротником. Потом. Тоже. Вот фасон, очень красивый цвет. Пепельный с английским. Размеры. Здесь размерчики вот есть разные. Так, вижу, отшили шубу. Куница. Куница цвет. Английский воротник. Повнимательнее посмотрим ее. Вот она. Паркетиком сделано, кармашки здесь, очень красивая шуба. Сейчас я узнаю, сколько она стоит, если что, напишите мне, я уточню. Размер примерно 44-46, длина 80 сантиметров. Шуба шикарная, вот какая. По цене я уточню, пишите. Вот, так, и еще появились... вот такие шубы, черный цвет и капюшон куницы. Это паркетиком. Здесь под пояс, карманы на магнитах. Вот такой ассортимент. Мне понравилась шубка, пишите.